Чем полезна лечебная физкультура после перенесенной коронавирусной инфекции? Узнаем в материале моих коллег. По словам врачей, лечебная физкультура рекомендуется пациентам после перенесенного COVID-19. Благодаря реабилитации улучшаются дренажные функции легких, проводится профилактика спаечных процессов легких, фиброзных изменений, улучшается объем легких, соответственно, улучшается газообмен, и от этого улучшается состояние и головного мозга, и всех органов и систем организмов. Для того, чтобы начать заниматься лечебной физкультурой, пациент сначала должен обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Тот направит его на консультацию к врачу лечебной физкультуры. На основании диагноза, данных о сопутствующих заболеваниях, анализов пациента, мы предложим ему комплекс лечебной физкультуры, который подходит именно этому пациенту в данном конкретном случае. Занятия по лечебной физкультуре проводятся в небольших группах. Для прохождения терапии при себе нужно иметь всего лишь направление от врача-терапевта и спортивную форму. Энджи Минибаева, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.